Вітаю! В ефірі програма «Ти молодий». І саме з молоддю і для молоді ми налагоджуємо той діалог, який з нами намагається вести невблаганний і стрімкий час. Адже саме він є мірилом людського життя. А от що ж є мірилом людського подвигу та людських чеснот? Про це говоримо у програмі. Не перемикайте! Хоробрі серця. В контексті сучасних українських подій ці слова вже стали крилатими, такими собі афоризмами, які уособлюють складну боротьбу патріотів за право називатися українцями, за право знати і вивчати своїх героїв, історію. А для нас головним подвигом цих хоробрих сердець є те, аби вони довго билися в унісон життю. Але духовне значення подвигу ніколи не визначалося його практичною корисністю. Лише той, хто збагачує людство, допомагає. Допомагає йому пізнати себе, хто поглиблює його самосвідомість. Це моє самоходне орудіо, от іменно, що моя машина, на якій я працюю. Зараз вона в даний момент на ремонті. От це тут моє місце командира орудія знаходиться. От тут я знаходжусь, наводчик за прицілом. Тут от знаходиться заряджаючий. Тобто, ну от це ми тут працюємо в цій, так говорити, залізяці. Ця залізяка – це гаубиця, артилерійська система. А це Андрій Хижняк, солдат 93-ї окремої механізованої бригади 1-ї гаубичної дивізії 1-ї батареї. Люблячий батько, турботливий чоловік. На фронті без місяця рік. Найбільше, що захоплює в цій людині з першого погляду – це щира радість і добро в очах. Тиха смиренність і твердість водночас. Андрій Хижняк – герой нашої програми «Кіборг», розказує, як змінилося його життя за цей рік. Сам я по професії автомайлер, я працюю автомайлером на гражданці. Коли мені позвонили, сообщили, щоб я пішов за повісткою в воєнкомат, я позвонил своему шефу Юрию, сказал, так и так меня вызывают в военкомат. Сегодня надо будет в военкомат, завтра сказали на отправку. Ну, Юра поддержал меня, сказал, Андрюха, говорит, ну, это надо, говорит, призовут меня, и я пойду, станем, ну, так сказать, вместе. Говорит, если что надо в помощи, там, звони, сообщай, всегда поможем, всегда выручим. Дома, конечно, жена в слезы, то есть очень переживала за меня, куда я поеду. Даже когда мы, так сказать, въехали в село Доброполье, с Черкасского, то есть когда нас уже через месяц перебросили в Донецкую область, то я по телефону жене сообщал, говорю, да, мы еще находимся здесь на месте, в Черкасском, то есть в бригаде, то есть мы еще никуда не выезжали, ну, обманывал, будем так говорить, чтобы она не переживала, все. Ну, так как у нас есть и в данное время интернет, с интернета можно многое узнать. Жена узнала, что мы выехали, уже в Донецкой области находимся. Она мне, что ты мне врешь? Я же знаю, где ты находишься, ты уже находишься в Донецкой области. Я говорю, ну, Оля, я говорю, это отсюда никуда уже не денешься. То есть надо идти вперед, надо идти защищать. Когда уже более мы выехали, так сказать, уже на передовую, начали уже какие-то военные действия, уже стрельба, нас обстреливают, то уже стало ясно, кто есть кто. Как в каждом подразделении есть люди, которые всегда показывают, я герой, я пойду вперед, а на самом деле, то есть были ребята такие, когда, допустим, с одной стороны, допустим, подразделение неприметное совсем, а в бою показал, конечно, себя с самой лучшей стороны, то есть упал, допустим, прикрыл товарища. У меня наводчик был, он есть сейчас, Игорек Удот, он контрактник,
Ну, я смотрю, молодой такой он. Я переживал, как в бою, допустим, он себя покажет. То есть, ну, когда там начались боевые действия, да, видно было переживание в его глазах. Переживал сильно. Ну, я скажу, под обстрелами, под разрывами снарядов, то, конечно, не убегал никто, тем более он. Даже такое впечатление, будто снаряды ложатся, ему все равно там, что снаряды ложатся, он пробегает мимо. То есть, если надо какая помощь, там на ходу кого-нибудь там выручает. То есть не было ни трусости такой, не было. Мы стояли в Доброполе. В Доброполе мы поехали, это апрель-май. В начале мая мы выехали в поселок Доброполе. Там разбили лагерь. Наши военнослужащие оттуда ездили на блокпосты. То есть несли службу на блокпостах. Но мы, находясь в лагере, прикрывали их, так сказать. Потому что вдруг, если что-то, мы сразу могли выехать на блокпост и вступить в бой, если там какие-то обстрелы блокпостов. Простояли мы в Доброполье месяц, потом переехали поселок Зеленое называется, чуть-чуть ближе туда сдвинулись. Там побыли мы в Зеленом, где-то месяц тоже мы там простояли в Зеленом. И нам с вечера сообщили, что завтра выйдем пострелять, то есть уже на боевые нормальные стрельбы. Сказали, не берите вещей, мы на денек выйдем, постреляем и вернемся назад. И есть такое село Горнячок. Мы, прежде чем туда выезжать, съездили, просмотрели местность, посмотрели, где мы займем огневую позицию. Выбрали. На следующий день рано утром мы выехали в Горнячок, проезжали через поселок. Ну, там не очень радостно нас встречали через такой городок. Бросались под машины к нам, чтобы мы не ехали. Мы выехали. Это была наша первая боевая стрельба. Мы работали по ихнему блокпосту. Тогда, конечно, тяжело было из-за того, что как-то осознаешь, что уже стреляешь настоящими боевыми снарядами, не осветительными минами, как мы там, допустим, блокпосты подсвечивали, то есть осветительными снарядами. Мы стали, отработали там, и потом комдив сказал нам, будем уходить другими путями, потому что там уже все дороги перекрыты, нас уже ждут там. Все собрались, выстрелили в колонну и начали уходить, но уже совсем другими путями, неизвестно как и куда. То есть, ну, предположительно, карты-то были, но мы знали, куда, так, по картам, предположительно, куда ехать, но не знали, встретят нас там или не встретят, будем так говорить. Но ушли удачно, то есть никто нас там не ждал, вернулись в другое место, там переночевали. И с того периода времени мы уже в лагерь не вернулись. То есть мы постоянно уже были в бою. То есть выехали, затем брали Карловку. 20 чем-то дней мы стояли возле 16-го блокпоста, разместились. Ну, в Карловку, конечно, тяжело было там пройти, потому как там дамба находилась. И если мы попадем в дамбу, то, конечно, зальет полностью людей, полностью село. То есть, ну и там сепаратисты, конечно, тоже укрепились, забетонировались, фундаментом позаливали все бетоном. Мы работали, потом объявляется перемирие, они подтягивают заново технику, подтягивают силы, опять укрепляются там блоки бетонные, все выставляют, и тяжело было там пройти, и тем более мы по трое суток не спали вообще, потому что были такие моменты, звучит команда к бою. Мы выбегаем, садимся в машины, начинаем работать, ведется стрельба, плотный огонь со всех орудий. Потом объявляется
отбой, то есть мы только доходим до палаток, ложимся, буквально проходит 10 минут и опять к бою. То есть в таком режиме, ну, суток трое, это я уже в палатку не ходил, я сел на месте командира орудия на своем, так головой уперся в тримплекс и так минут 5-10 перекимарил, потому что знаю, сейчас дойду, и опять снова команда будет до бою, и опять начнется стрельба. Это в таком режиме работали, потом там команда перемирия была, я вылез с машины. Ребята говорят: Андрюха, иди, там с ящиков от снарядов соорудили такую будочку, ляжь там, полежи, поспи. Я зашел туда, лег, никто не мешает, тишина. Заснуть я не мог. Где-то часа полтора я с закрытыми глазами пролежал, чувствую, что спать хочется, заснуть я не могу. Герої подібного твора мистецтва здаються більш великими через простір віків. Але для українців настали такі часи, що кожен день, наче рік, стільки потрясінь і втрат він приносить. І головне у цьому нестримному потоці зрозуміти, що наше ставлення до тих, хто сьогодні ризикує життям за Україну, є душею суспільних відносин між людьми, і що спосіб вираження нашої поваги служить істинним масштабом нормальності або ненормальності людських відносин. Когда взяли Карловку, в штабе Карловки была фотография на их, так сказать, доске, фотография нашей батареи, то есть непосредственно. То есть все бойцы нашей батареи, ну, мы когда-то в Доброполе там фотографировались, как она к ним попала. Но есть там догадки, есть там... Потому что у нас срочник, который остался в бригаде, он был сам с Донецка. Его приехал, отец забрал, и он еще кричал: я вам еще покажу. То есть он сам с Донецка был, и он отказался служить, и его отец забрал. То есть на сторону, так сказать, сепаратистов туда. И ребята, когда между собой там срочники общались, тогда на то время присылали фотографии, то у него была эта фотография. Но я думаю, скорее всего, что от него она попала туда, в Карловку, в их штаб, и вот это она висела на стене, у них фотография нашей батареи, то есть они знали, кто по ним стреляет, знали наши лица. Я утверждать не буду, но вот такое стечение обстоятельств, я скажу, допустим, приезжает к нам телевидение снимать тоже репортаж на огневую, отснимают репортаж, все пустят в эфир, показывают, и буквально там пройдя пару дней, мы попадаем под серьезный обстрел. То есть обстреливают нас хорошо, зная уже предварительно, где мы находимся. То есть поменяем место, приедем на другое, через время приедут опять же телевидение приедет, опять попросятся, поснимают, и опять мы попадаем под обстрел. Или это просто случайно, или где-то информация уже какая-то поступает, или уже видно, где мы находимся. То есть трудно, конечно, сказать, из-за чего это, но факт есть факт. В конце уже перед отъездом мы там проезжали нашу огневую, там, где нас обстреляли, я решил снять. Ну, правда, уже там все снегом припало, поснимать то место, где нас разбили. Вот, кстати, куда приезжал 1+1 ТСН, куда приезжал, вели съемки, и решил поснимать эту огневую. Ну да, там деревья хорошо пострадали, ящики пострадали, там, где мое орудие стояло. То есть осколками попробивало, разрывы снарядов, ямы.
И в дальнейшем мы потом поехали прикрывать аэропорт. То есть киборгов, вот это мы прикрываем Пески, аэропорт, Авдеевка. Вот это три стороны, на которые мы работаем. То есть первоначально мы туда приехали, самое первое, так сказать, мы и Грады. И с самого начала мы прикрываем Донецкий аэропорт киборгов. Ребята, киборги, ну, слышал от них, говорят, если бы не ваша артиллерия, мы бы тут давно уже не стояли. То есть, спасибо вам, ребята, огромное, выручаете, поддерживаете, потому что артиллерия, как всем известно, это бог войны, потому что без артиллерии очень сложно было бы воевать вообще. Потому что артиллерия в любую погоду может проводить военные действия. Не передать того ужаса, потому что в 4:30 мы должны были выезжать на огневую работу, там продвинуться дальше. В 4 утра нас разбудил залп града, который лег возле нас буквально. Мы встали, так побегали, конечно, вроде все живы, все здоровы, сели в машины, поехали на огневую. Ну, хотя тоже никто не знал, куда мы будем ехать предварительно. То есть мы уже, комбат выбирал сам, на какую огневую мы поедем, где мы займем место. Мы выехали туда, стали, был туман. Я еще помню, тепловизором пробил, то есть никого по посадкам рядом нету. То есть, ну, вроде все нормально, все спокойно. Навелись по цели, ждем команды. Команды не было, сказали, погода чуть-чуть распогодится и будем работать. Ну, простояли мы полчаса, собрались попить кофе. И тут слышим, летит два снаряда, то есть выстрел, два хлопка, которые вряд ли кто из нас забудет. Два хлопка и два разрыва снаряда града ложится. Ну, мы сразу все по машинам, побежали по машинам, залазим в бронь. Я еще помню, только люк закрываю и вижу уже на горизонте начинают еще ложиться снаряды градов. Закрыл, защелкнулся, держу за две ручки в люке. Тут у меня в самоходке находится иконка. Я смотрю на иконку и думаю, хотя бы снаряд не попал в башню. Потому что сзади меня как раз находится боекомплект снарядов. 40 с чем-то штук снарядов. Ну, разрывы везде возле самохода, осколки по броне. Этот звон, смотрю на ребят. Ребята тоже в машине сжались так все в ожидании, что будет. Ну, после того, как грады по нам отработали, поступила команда отбой, чтобы мы уходили. Я вылез, открыл люк, посмотрел вокруг, осмотреться, все ли, ну, никого ли нету, то есть все ли успели в машины попрыгать. Повернул голову, сзади моей самоходки буквально пару метров воронка дымится. То есть снаряд чуть-чуть бы ниже и попал бы в башню. Мне комбат говорит, Анатолий, себе, говорит, повезло, ты в рубашке родился, потому что чуть-чуть бы ниже и все. Мы хотели уходить, но команды не было. Нам сказали, ждите, стойте, ждите, будем работать. Ну, я ребятам говорю, давай по машинам, сумки побросали, по машинам, говорю, сидеть в броне, потому что неизвестно, если уже начали пристреливать нас, то можно дальше ожидать всего, что угодно. И только мы залезли в бронь, и опять нас начали накрывать грады. Ну, начали уходить оттуда, конечно, тоже под обстрелом уходить. Тоже мы только повернули. Опять у меня машина заглохла. Опять ребят попросил, кинули трасса, оттянули мою машину. Отошли назад, только назад отошли, там расположились. Ну, уже буквально там
тоже через полчаса, где-то в нашу сторону, уже не рядом, чуть-чуть дальше, опять прилетело пару снарядов града. То есть отслеживали нас, не знаю как, конечно, ну или беспилотники работают, или корректировщики. В последнее время тоже, это когда было, я скажу, до 9 числа, до перемирия, очень хорошо по нам, так сказать, работали. Мы даже не успевали, так сказать, сориентировать орудия, только приезжаем, стали, и сразу по нам ведется огонь. То есть мы уходим в другое место, приезжаем туда, там начинают. Уже смотрим, беспилотников вроде не видно, корректировщиков тоже. Непонятно, честно говоря, как нас вычисляют. Ну, есть догадки, конечно. Сейчас техника такая, что могут и, то есть и по радиостанциям вычислять, и по всему так само. Но так, конечно, воевать тяжело очень. Пока воюем без потерь. Потому и, так сказать, на нас открыта давно охота, потому как нас не могут уничтожить. Мы им насолили очень крепко, будем так говорить, но они нас достать не могут. Все рвались уже вперед, в бой. У всех было желание встать на защиту Украины, бороться за Украину, за свой дом, за семью, ну, за всех нас. Конечно, было желание огромное. И я смотрел, что люди, вот, которые с нами были, и сейчас они есть, призывники, начиная, допустим, от простого шахтера и заканчивая, стояли, допустим, где-то на руководящих должностях, то есть разные люди были. Но, тем не менее, все хотели идти вперед в бой. Не підтинайте собі добровільно крила, лише намагайтеся розгорнути їх якнайширше. Пам'ятайте, що хто готує себе лише на те, щоб впрягатися до плуга, завжди матиме погоничів. А чи не забагато погоничів мали ми в минулому? За можливість духовно зростати, такі як Андрій Хижняк сьогодні захищають вас. Це була програма «Ти молодий».